поисках безграничности. Так Ольга назвала свою литературную встречу, на которую пришли десятки гостей. Поэзией она начала увлекаться еще в детстве, а уже в 17 лет ее стихи звучали на местном радио ее малой родины – Северодвинске. В 2000 году она переехала в Анапу, где и началась ее основная литературная карьера. Здесь же родился роман «Сталинград», который высоко оценили не только читатели, но и литературные критики. Книги, конечно, это то, что вдруг я неожиданно где-то что-то услышала, увидела, и там кто-то внутри меня начинает сразу же проследовать целую цепочку, сразу возникает море персонажей, и я сажусь писать, и я никогда не знаю, что будет с ним дальше, с этим персонажем. Например, такая книга, как «Сталинград», была написана в 2009 году, и продолжение начала буквально вот только несколько дней назад, когда поняла, что будет делать героиня дальше, как она снова попадет в Сталинград, чтобы снова спасать жителей, либо, может быть, вообще глобально уничтожить там бункеры фашистов. Ну, я не знаю, что будет. Какой-то подвиг она все равно снова совершит. Только за последние 2 года писательница написала и издала более 10 книг. В их числе 2 абсолютно новых проекта этого года – «Фантастические повести «Вторжение» и «Мармеладный город». Как признается сама Ольга, огромную поддержку оказывает семья, которая создает необходимую атмосферу для воплощения самых смелых литературных проектов. У нас в семье такая обстановка, что мы очень уважаем друг друга, уважаем личное пространство и всячески помогаем друг другу. То есть, например, когда вот мы переезжали сюда в Анапу, мы сразу решили, что у меня будет кабинет свой, что у моего мужа будет сразу своя мастерская. Творчеством Ольги интересуется далеко за пределами Анапы. И есть даже поклонники. Елена Умрихина переехала на курорт меньше года назад. Также пишет книги и стихи. Самым ценным считает то, что именно в произведениях Ольги можно подчеркнуть то вдохновение, которого иногда не хватает начинающим писателям. Несколько произведений меня очень впечатлили. Мне показалось, что это, ну, можно сказать, родственная душа. Вот. Поэтому я хотела бы больше познакомиться с творчеством. И надеюсь в дальнейшем, что мне удастся что-то новое для себя открыть в этом человеке. Кроме собственного литературного творчества, Ольга Журавлева-Хомич ведет активную деятельность и в писательских кругах Анапы. Являясь руководителем литературных объединений «Парус» и «Авангард», она сумела сплотить вокруг себя самых талантливых литераторов нашего города. Впрочем, об этом она мечтала всю свою жизнь. И сегодняшний результат оценивает всего 2 строчками из своего произведения. «Все то, что мне казалось раньше сном, сегодня да в реальности прибудет».